Социалисты обвиняют представителей ПДС в запугивании председателя территориальной организации ПСРМ в Каушанах Олега Кучука. В четверг вечером неизвестные разбили окна его автомобиля. На прошлой неделе семья Кучука получила сообщение с угрозами. Фотографию поврежденного автомобиля в Фейсбуке разместила жена. Кроме того, Лилия Кучук опубликовала содержание записки с угрозами ей и двум детям. В пресс-релизе ПСРМ утверждается, что за хулиганскими действиями стоят кандидаты в депутаты от ПДС. Это мерзкие действия, которые выявляют гнусный характер тех, кто объявляет себя хорошими людьми только для того, чтобы попасть в список ПДС, отмечается в документе. Социалисты призывают всех конкурентов на выборах вести себя корректно и проводить честную цивилизованную кампанию. Получить комментарий главы Каушанской территориальной организации Олега Кучука не удалось. Он не желает высказываться по этому случаю, пока идет расследование. В Каушанском инспекторате полиции сообщили, что по данному факту открыто административное дело для установления всех обстоятельств. Просьба нашего телеканала к пресс-секретарю ПДС Аурике Жардан прокомментировать обвинение осталась без ответа.